В Омск вернулись 200 туристов из Турции. Люди остались там накануне из-за предположительно технических неполадок с самолетом. Больше суток амичи провели в аэропорту Анталии, в холлах отелей и просто на улице. Из Омска, в свою очередь, не смогла вылететь следующая партия отдыхающих, и у них пропал день отпуска. В Омском аэропорту туристов встречали родственники. Они практически сутки отслеживали всю информацию о задержанном рейсе, связывались с родными, выясняя, все ли в порядке. Как рассказали сами отдыхающие, после того, как вылет отменили, в отелях заселили не сразу. Туристы провели более 2 часов в зале ожидания в аэропорту Анталии. Потом их все же отвезли в отель, но в номера не заселили, а оставили в холле. Потом, со слов людей, началась какая-то суета. Их несколько раз отвозили в аэропорт и снова в отель. До момента вылета мы не знали, задержка на час, задержка на час, задержка на час. До момента вылета не вышел ни представитель компании, никто ничего не рассказал, никто не сказал, не извинился перед нами. Дети на полу сидели. Я звонила вот по этому телефону в Анекс-тур в Москву, прямо оттуда мне сказали: девушка, это не наши проблемы, связывайтесь с Анекс-тур, представителем в Турции, вам дать телефон?